четверг, 9 июля, пройдет финал 10-го Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Это крупнейшее соревнование в России для людей старшего поколения. Впервые состязания проведут в онлайн-формате. Участникам предстоит показать, насколько неуверенные пользователи электронных ресурсов пенсионного фонда и поисковых систем. Также они должны будут пройти проверку знаний по интернет-безопасности. Представлены несколько категорий – начинающие, уверенные и командное место в общероссийском зачете. Организатором мероприятия выступает Союз пенсионеров России при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Пенсионный фонд. На официальных сайтах ведомств можно будет посмотреть видеотрансляцию мероприятия. После того, как в Магаданской области снимут ограничительные меры, организаторы планируют провести региональный чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров.